преддверии празднования Дня города состоялся торжественный прием главы администрации Тольятти, в котором приняла участие делегация Тольятти Азота. По традиции, на ежегодное мероприятие приглашаются главы муниципалитетов Самарской области, сотрудники властных структур, представители промышленных предприятий, бизнеса, ветеранских, благотворительных и общественных организаций, а также почетные горожане и тольяттинцы разных профессий. Тольятти по праву считается столицей большой химии. Здесь расположен крупнейший в мире производитель аммиака, химзаводы-гиганты Куйбышев-Азот, Тольятти-Азот, Сибур-Тольятти экспортируют продукцию в десятки стран, неизменно упрочняя экономику города, губернии и России. Только благодаря совместным усилиям мы с вами способны сделать наш город более благоустроенным, процветающим, благополучным, достойным его жителей. С праздником! После поздравлений с 280-летним юбилеем Ставрополя-Тольятти, заслуженным тольяттинцам, внесшим особый вклад в развитие города, вручили памятные знаки от администрации и городской думы. В завершении торжественной части юбилейного мероприятия подвели итоги конкурса «Благотворитель года», учредителями которого являются администрация городского округа Тольятти, торгово-промышленная палата и городской благотворительный фонд Тольятти. Тольятти Азот второй год подряд участвует в конкурсе меценатов и заслуженно получает почетное звание. В этом году организаторы присвоили нашему предприятию статус «Филантроп года». Награду вручал глава города Сергей Анташев. От Тольятти Азота почетное звание принимала заместитель генерального директора по связям с общественностью Юлия Петренко. Благотворительные программы Тольятти Азота направлены на оказание помощи детям с ограниченными возможностями, благоустройство социальных и медицинских учреждений, поддержку талантливых музыкантов города, восстановление городского леса и многое другое. Образовательные, музыкальные и театральные проекты, созданные при участии и поддержке Тольятти Азота, имеют, кроме всего, просветительский характер. Мы с вами знаем, что за второй год подряд Тольятти Азот становится лауреатом этого конкурса, притом достойным лауреатом, всегда занимает самые высокие позиции. И мне кажется, все те программы, которые делают Тольятти Азотом, и не только являются благотворительными, но они являются таким градообразующими, и они развивают наш город как такую серьезную, хорошую, добрую среду. Конкурс «Благотворитель года» проводится ежегодно и направлен на возрождение и сохранение исторических традиций меценатства в России, Самарском регионе и городе Тольятти. Благотворительные проекты и акции «Тольятти Азот» активно проводят и в нынешнем году. Развитие и благополучие родного города всегда было в центре внимания и одной из целей в социальной политике нашего предприятия.